На Олимпийском стадионе в Лондоне завершены все строительные работы и уложено новейшее покрытие для беговых дорожек. Осталось смонтировать электронную начинку арены, установить антенны, табло и протянуть кабели. Стоимость этого стадиона 486 миллионов фунтов стерлингов. Итоговая стоимость оказалась на 10 миллионов меньше изначальной. На мой взгляд, говорит британская бегунья Ханна Ингланд, это лучшая арена из всех, которые мне довелось видеть. Покрытие беговых дорожек – это последнее слово науки и техники. Спортивный объект, который на следующий год примет звезд мировой легкой атлетики, был возведен за 1000 дней, на 90 дней быстрее плана. Для сравнения, реконструкция знаменитого Уэмбли длилась 7 лет.